Одного выбил. Перезаряжаю. Внимание. Заряжаю щиты. Да сколько можно? Мы пролили первую кровь. Чеха на удачу. Если бы я в нее верила. Кольцо близкое, судится через 45 секунд. Зачем тянуть? Побежали. Тут Ива щит второго уровня. Здесь увеличенный тяжелый магазин второго уровня. Меньше 30 секунд. Кольцо в двух шагах. Новый лидер по убийствам. Давайте по чесноку. Настоящий нашла чемпион здесь щит. Я. Второго уровня. Кольцо сузится через 10 секунд. И до него рукой подать. Кольцо сужается. Не стоит оставаться снаружи. Здесь затвор для дроп... Здесь набор Феникса. Боец мертв. На один отряд ближе к победе. Несмотря на все их усилия, выжило только половина. Подзаряжу щиты. Здесь есть модификация. Череполов. Подзаряжу щиты. Спасибо. Перезаряжаю щиты. Лучше аккуратней. Я открою эту камеру. Здесь есть модификация.
Турбозарядник. Здесь есть модификация. Ускоритель перезарядки. Стреляю. Погнали! Репликатор на подходе. Один в нокауте. Использую набор Феникса. Перезаряд. Осторожно, мы не один. Все, этот не игрок. Молодец. Перезаряжаю. Здесь враги. Они что, по мне стреляют? Заряжаю щиты. Да сколько можно? Перезаряжаю. Нейтрализован. Ха, я новый. Меня стреляют! Там другой отряд! Стреляю! Перезаряжаю! Плохого парня поврежден! Меня стреляют! Враг в нокауте! Я под огнем! Заряжу щиты. После такого не будет. Давайте. Кольцо не слишком далеко. Заряжаю щиты. Да сколько можно? Нужно перезарядить щиты. Тут Ива щит. Третьего уровня. Понеслась! Здесь аккумулятор щита. Перезаряжаю щиты. Вообще-то 10 секунд до сужения. Здесь аккумулятор щита. Внимание, начинается сужение кольца. Кольцо закрывается. Я люблю искушать судьбу, но сейчас лучше не тормозить. Я подогрел. Подзаряжу щиты. Нужно перезарядить щиты. Перезаряжаю! Раз, два, три! Цель в поле зрения! Щит злодея поврежден. Перезаряжаю. Третий раунд. Начинаю отсчет кольца. Внимание. Доставка репликатора. Репликатор на подходе. Эй, там эти неприятели!
много материалов, Амиго. Щит злодея поврежден. Перезаряжаю. Огонь. Парни поврежден. Одного вырубил. Перезаряжаю. Враг нейтрализован. Подзаряжу щиты. Ah.